Так, да, с микрофоном-то я еще могу разобраться, да, с микрофоном не так сложно разобраться. А вот с игрой, конечно, я не знаю, как лучше для вас, как лучше сделать так, чтобы все могли нормально смотреть и при этом не было все размыто к чертям. Тут все больше от вас зависит, и не знаю, в общем, как вам лучше. В общем, если такое качество видео нормальное, ну, давайте оставим такое качество видео, потому что если другие не могут смотреть иначе, что поделать? В общем, скажите, как вам качество, скажите, как вам, не знаю, звук, потому что мне это все, естественно, оценить достаточно сложно. Весь вопрос к вам. Встать сейчас какой-нибудь из данженов, например, пока что. Нормально? Ну, хорошо, если не все так страшно, то окей. Вот, могу, если у вас есть какие-то пожелания, что вам интересно увидеть, услышать, то есть вы пишите, конечно, потому что я тут все знаю, но что именно интересно рассказывать, это большой вопрос. Сейчас я пока встал в очередь в данжен за лучника своего, которого я прокачиваю, и хожу по фейтам, по рандомным ивентам, которые просто дают мне возможность прокачаться в соло. Вот какие-то рандомные люди прибежали вместе со мной, делают ивент. Не партия, да. Никакая партия не нужна. Сам все делаю. Ну, многие считают, что для ММО это не очень прикольно, а по-моему наоборот. Чат, я просто разделил чат на две составляющие, потому что когда все в одном месте, тогда очень неудобно, если там, допустим, всякие системные сообщения туда идут, и, типа там экспы, лута и так далее. И если кто-то одновременно пишет в чат, то там все просто перемешивается, я могу не успеть прочитать чат, если слишком много болтовни в нем. При этом, если вот так разделить чат, то здесь у меня просто люди говорят, а тут всякие системные сообщения, вот и все. Ну, как бы, для удобства. Квесты у меня, конечно, тоже тут висят. Понабрал кучу квестов, выполнять лениво. Но не хочу их убирать, потому что важно помнить, что их нужно сделать. Всегда, как бы, да, есть чем заняться, но... Но не всегда хочется именно этим заниматься. Вот, лучник моя четвертая профессия, которую я прокачиваю. Тут все профессии на одном персонаже качаются. Достаточно, ну, собственно, можно посмотреть. У меня в списке они все есть. Боевые, конечно, прокачивать достаточно сложно и довольно-таки лениво, потому что надо участвовать в боях. Остальные профессии можно прокачивать просто сдавая предметы. Ну, крафтерские и так далее. Ну, я думаю, как-нибудь потом крафт покажу. Вот. На карте всегда можно посмотреть,
где что есть. Вот тут Fate, например. Может быть, я сейчас туда доеду и поучаствую в нем. Хотя, да, я по уровню прохожу. Вот. Локация разбита на две половины. Такие, в принципе, одна уровни где-то 10-го, 15-го, 17-го, а другая за стеной вот. Тут живут все эти сахагины, и она рассчитана на уровни там 45-50. Собственно, у меня сейчас 47, и я хочу попробовать здесь покачаться немножко, возможно. Блин, я серьезно, я отклоняюсь от микрофона на 2 сантиметра. Как так? Микрофон, не подводи меня. Ну вот. Для выполнения этого фейта, в принципе, достаточно убить одного босса, но появляются еще также маленькие ады, которые могут мешаться. Вроде люди их по большей части игнорируют. Что верно. Вот. За классы дамагеров очень всегда долго приходится ждать очереди в данжены, потому что дамагерами хотят быть все. Никто не хочет заниматься ответственной деятельностью и танковать или хилить. Так. И этот фейт мы тоже. Попробую-ка я телепортироваться вот в эту локацию. Свободно можно менять класс в любое время, но кроме боя также телепортироваться в любую локацию свободно можно. Тут игра настолько приятная, вообще не ограничивает толком никак. Прям вот делай, что хочешь. В этой локации у меня, например, еще не сделаны есть дейлики. Могу сейчас заняться как раз дейликами, пока я жду очереди в данжен за лучником. Точнее, за барда, но... Все забывают, что они барды себя. А, так. Да, здесь живут кобальды. Довольно такая любопытная локация. И по сюжету, собственно, эти дейлики. Интерфейс нагроможден? Ну, есть немного, я согласен. Я просто, как всегда, наворачиваю для себя кучу всего. В принципе, теоретически, я могу попробовать, может быть, как-то убрать, я не знаю, эти квесты, если они вас смущают. Потому что у меня-то они висят чисто, чтобы я о них помнил. В принципе, из интерфейса, из того, что важно, это по-хорошему таскбар с моими умениями. И, ну, карта, и информация о том, что тут фейт проходит. Все остальное, ну, как-то фигня по большей части. И не особенно используется. Так. Кобальды. В общем, по сюжету здесь у кобальдов есть, так сказать, ранкинги их групп, их орденов. И 789-й это самый последний. И, в общем, это кобальды самые неудачники из всех кобальдов. И они не хотят работать. Они не хотят делать ничего. Они хотят, чтобы добрый приключенец я пришел и сделал все за них. Желательно попутно еще сделав хуже людям, которые, точнее, кобальдам, конкурентам. Ну, почему бы и нет. Давайте возьмем эти три квеста. Боже мой, 639-й орден кобальдов. И они лучше, чем эти неудачники. Вот у кобальдов очень занятная здесь манера разговора. Ну, в принципе, у каждого, так сказать, расы даже, ну, не человеческой, здесь есть свой стиль разговора, так сказать. И кобальды, например, они постоянно заканчивают предложение тремя синонимами того прилагательного, который как бы центральный в этом предложении. Очень занятно.
Так. Сейчас мне нужно поговорить со следующим кобальдом и после этого что-нибудь сделаем. Так. Ну что ты скажешь, любитель бомбочек? Ну да, не только прилагательные, просто синонимы они любят. You can be of assistance. Help, aid, assistance. Окей. Угу. Опять мне надо взрывать что-то. Понятно. Кобальт с бомбами все время. Все время все взрывают. Никакого конструктива. Все бы им ломать. Так, а, эти бомбочки бунтуют, их надо успокоить. Просто эмоутами на них нужно составать. Тут проблема небольшая в том, что везде здесь агрессивные мобы, поэтому находить квестовые предметы и квестовые бомбочки, на которые мне нужно эмоут скастовать, несколько проблематично, потому что на меня могут сагриться эти товарищи. Эмоутов тут достаточно много. Но мне нужно бомбочки утешать. Ну что такое? Подлый микрофон. Воспринимай меня как человека, а не как объект, привязанный к тебе. Хватит объектифицировать меня. Объективировать. Ну что-то в этом роде. Ну, начинается. Ну ладно, придется вас всех убить. Вот за выполнение всех кобальдовских квестов дают маунта в виде кресла, которое на бомбочках летает. Ну, человек пролетел сейчас мимо. Очень клевый, но я не уверен, хватит ли у меня терпения, потому что кобальды какие-то унылые. Мне что-то как лениво за них все выполнять. Вообще они гнусные, лентяи. И мне что-то нет мотивации им помогать особо. Поэтому я за все это время так их и не выполнил до сих пор. Все эти квесты. Да, я ли это, а кто еще? Кто же еще вам покажет FF14? Так. Собираем дерьмо для этих никчемных кобальдов. Может быть, мне в данжен пустят? Нет, меня не пустят в данжен. Никому не нужны ДПСы. Ну, к слову, если вдруг кто-то, если у кого-то есть аккаунт в FF14, и кто-то хочет... Ну, черт возьми. И кто-то хочет, например, в партии поиграть, вы заходите. Пишите, как вас зовут. Если вы на Саргатнесе, конечно, играете. Потому что, ну, все русские играют на Саргатнесе, так повелось. Поэтому, если вы не здесь, то я не знаю, что вы делаете. Вот. А так, в целом... У меня, кажется, мобильный, что? Ну, что-то там с мобильным. Ну и что? Так. Так, везде опасность, везде гады. Ну ладно. Данжен-то я покажу. Но только... Вопрос какой? Я просто по чату я не очень понимаю вообще, как бы люди собрались, есть ли люди, что люди вообще хотят. Данжен-то, в принципе, всегда можно. Так, о, последняя бомбочка, кажется, мне осталась. Давайте утешим ее тоже. Все эти эмоуты можно было бы вынести на таскбар, но я просто очень ленивый.
Не, ну у меня сейчас на самом деле какая-то тишина, и если вы об этом, я ничего не слышу сам, кроме себя. Ну что-то да, что-то меня не хотят пускать, действительно, в данжен за лучника, поэтому, наверное, действительно, я пойду за хилера. Потому что, ну, что вас заставлять ждать? Хиллера мне прокачивать уже не нужно. Каково играть одному? Ну, как бы да, собираться с незнакомыми людьми в любом случае, конечно, приходится, потому что все, ну, как бы вся сюжетка, все квесты, все делается в одиночку. А при этом, ну, давайте какой-нибудь. Или давайте я выберу, может, сейчас, секундочку, выберем какой-нибудь данжен из хай-левельных, например, я даже не знаю. Ну, давайте попробуем. Вот этот неплохой. Подземелье все не хочу видеть вообще никогда. Подземелье — это скучно. Хороший данжен будет проходить на каком-нибудь открытом воздухе или что-нибудь в этом роде. Ну, давайте так. В принципе, да, то есть вся сюжетка, все квесты, в принципе, вот бегать по миру, делать там какие-то делики, участвовать в фейтах, все это одному делать можно и нужно. При этом, ну, можно, кроме квестов, конечно, и все в партии выполнять. Но в данжены, во всякие инстансы, в рейды, на боссов приходится ходить, естественно, исключительно партией. Но совершенно не надо никого знать для этого, не надо собирать. Ну, можно играть одному. Вот я только что у вас на глазах записался в данжены, вот мне нашли какие нашли нашлись рандомные люди какие-то, с которыми я сейчас пойду проходить маяк Фарос Сириус. В принципе, мне с ними даже общаться не нужно, с этими людьми. Потому что, ну, если все знают, что нужно делать, так ладно, я хилер, значит, вот вам всем протект. И вот еще одна защита на вас. First time tanking this. Оки-доки. Вот. Пока люди знают, что нужно делать, как, знаете, как в принципе, как в любую игру кооперативную. Я не знаю, я постоянно играю в Team Fortress 2, например, в Left 4 Dead 2. Я просто привык к тому, что люди, которые в них играют, ну, они в целом понимают, что к чему. И, во-первых, их не нужно учить, во-вторых, просто, ну, каждый делает свою работу. Ну вот, в принципе, танк сейчас собрал всех, всю толпу мобов. Я его лечу, и вроде бы все нормально пока проходит. Все, то есть я делаю свое, они делают свое. Вот, если одна роль, допустим, надоедает, можно в следующий раз в данжен встать в другой роли. Я также прокачал себе до максимума и танка, и дамагера, и поэтому могу по-разному, так сказать, себя проявлять, когда нужно. Вот. Ну и все. Собственно, мне очень нравится от этой игры именно то, что мне не нужна никакая лишняя кооперация. Ай-яй-яй, почему вы так быстро больно бить-то? А, damage taken is increased. Вот на него повесил дебаф. Ну хорошо. Да, все можно делать одному. Естественно, в команде весело. Естественно, если у вас есть друзья, то, которые играют в эту игру, да, то вам будет веселее, потому что вместе весело шагать по просторам. Ну да, но это совершенно не обязательно. Все можно делать соло. Солодрочерство рекламируется, они все от этого от ММО ждут. Ну да, я понимаю. Но я, например, в ММО не играл особо в первую очередь потому, что везде делается гигантский упор на то, что нужно кооперироваться. А я этого не люблю, я людей не люблю. Сейчас я вообще с людьми не взаимодействую. Ну, пока они не фейлят, а мне не приходится им объяснять ничего. Сейчас все проходит
очень гладко и хорошо, и мне совершенно не нужно ни с кем болтать. И все. Саундтрек. Офигеть, вы слышите саундтрек? Я не слышу за собой. Хочется какого-то лампового коопа. Так нет, ламповый кооп прекрасно. Смотрите, все данжены рассчитаны на 4, все боссы и рейды на 8. То есть если у вас есть 8 человек, вам вообще просто ничего не нужно. И вы можете вообще рандомов, ну, увидите, конечно, местами, но практически никак не взаимодействовать с рандомами, потому что все в таком случае вы можете делать фикс-командой своей. Это не унылая канализация, это красивый маяк, по которому мы скоро будем залезать вверх. Ну, то есть как? Ну так, относительно красивый. Это первый босс. Чтобы с боссами... ну, вообще тут, в принципе, игра, она очень, так сказать, стремится к тому, чтобы предоставить controlled environment в каждом случае, то есть... Каждый босс проходит на закрытой арене, то есть когда заходишь к нему, арена лочится, и уже никуда оттуда выйти нельзя, пока босса не убьешь, чтобы люди там не приводили их ко всяким там глючным местам и не делали того, что не нужно. Это один из первых, кстати, данженов, рассчитанных на 50 уровень, поэтому мы все... с экипировкой, которая получена уже в последнем обновлении, достаточно легко все проходим. Если вы заметили, я сейчас не лечил даже большую часть этого боя танка, вообще ничего не делал, кроме того, что вместе с дамагерами бил босса. Вот. Более новых данженах, рассчитанных на более крутой эквип, естественно, мне такого не получится. Кстати, я отключил интро, и я сейчас после этого босса я это исправлю. Но нет, понтовое интро есть только в начале данжена и у самого финального босса данжена. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, пора бежать. Не успел. А, у меня такой крутой шмот, что мне не нужно бежать. Понятно. Так. Ой-ой. Использовал обилку на повышение хилов, потому что наших били как-то совершенно неприятно. Сейчас выхилю всех побыстрее. Ну, это первый босс в данжене, он достаточно простой. Тут проблема в том, что очень большие АОЕ у него и много адов появляются, которые мешают. Ну, а так, в принципе, ничего особенного. Так, секундочку. Configuration. Так, все. Лут. Зачем мне его? Не нужно. Маяк во время местного Calamity, ну, это вот переход, я так понимаю, с версии 1.0 на 2.0, когда миру настал небольшой каюк, когда Бахамут все разбомбил, я такой, вот в это время маяк, наверное, как раз и получил все эти кристаллы. Теперь они тут все падают, взрываются и... С одной стороны красиво, с другой стороны, блин, все взрывается. Так, а что, мы встали и бьем врагов? Ну ладно, только они бьют меня, сейчас мне конец. Я думал, мы пробежим. Я думал, мы правильно. Оу, нет. Слишком много собрали, слишком много. Так. Сколько прохождения данжен? Ну, полчаса обычно, мне кажется. Ну, сейчас мы, конечно, вайпнулись. Я, наверное, подожду людей здесь. Вот.
Мне кажется, да, в полчаса можно уложиться. Опять же, есть данжены, которые можно пролететь более быстро, как... Ну, возможно, этот даже можно пролететь быстрее, чем за полчаса, опять же, если умело собирать всех монстров и... О, этот ДПС живой. И валить всех толпой сразу. У нас просто танк-новичок, как он сказал, поэтому он немножко умер. Точнее, мы все умерли вначале, я потом. Так, эпический интро, ну... На самом деле, да, хороший комментарий, правильный. То есть, как я включил сейчас заставки, меня будут все ненавидеть, потому что, естественно, по большей части, ну, когда данжен уже давно не новый, все ожидают того, что ты будешь их пропускать. Ну, я извинюсь перед народом, ничего. Так, протект. Не убегайте. Ну, ладно. Глупцы. Не хотите протект? Не получится. Так, что тут у вас еще? Звуки меня, значит, глушат. Давайте звуки сделаем еще тише. Кристальчики не бомбите меня. Так, есть ли битва из нескольких этапов со сменой локации или окружающих условий? Ну, в несколько этапов боссы проходят практически все. Здесь боссы это по большей части саммоны из предыдущих частей Final Fantasy. Я обязательно покажу нескольких. Вот. Со сменой локации, ну... В таком случае я склонен считать просто, что это разные боссы. Вот. Условия тоже меняются все время. То есть, например, за злой босс из лабиринта Бахамута, которого я не прошел, на которого я даже не стал идти. Я не стал на него идти. Почему? Я посмотрел вообще, как его убивать, и охренел. Вот, то есть там босс состоит из четырех фаз, и каждая фаза имеет совершенно иную вообще стратегию боя, вообще меняется практически все. То есть надо помнить по-хорошему, держать в голове механику для четырех отдельных боссов, и каждый из которых имеет громадное количество вариантов, как все может пойти не так, как все может пойти плохо. И птица, за что ты меня бомбишь? Что я тебе сделал? Вот, то есть, в принципе, игра достаточно несложная. Я так понимаю, по меркам ММО, но опять же, потому что все можно солировать, все можно проходить с рандомами. Но вот есть такое, что действительно очень сложно, действительно требует очень крутипа, действительно требует очень слаженной работы. И с рандомами, я думаю, это в принципе, ну, наверное, не сделать. Вот. То есть есть контент, на который подходит под все ситуации. Вот. То есть, в принципе, данжены, например, а их вот такой вот... Опаньки, я хотел показать какой список данжинов, и меня выкинуло. На самом деле, мне кажется, что мне стрим несколько мешает это делать, потому что стрим сжирает, наверное, все-таки кучу трафика мне. В смысле, я обычно не вылетаю из игры. Но не страшно. Я думаю, меня скоро пустят назад. Но вот что-то мнение насчет моего микрофона разделяется. Да, ну, выкинуло из игры, походу, просто дисконнект случился, и все. Но сейчас меня реконнектнет назад довольно быстро. Другая проблема, что в этот момент моя партия входила к боссу, и я думаю, они начали его бить. Да, они начали его бить. Ладно, я думаю, я успею. Босс здесь это птичка Зу. В некоторых финалках ее имя писалось еще с двумя буквами Ю, и это выглядело еще смешнее, потому что, господи, Зу. Да, у нее тут
куча яиц, которые периодически вылупляются, из них адды появляются, начинают клевать. Я не очень знаю механики этого боя. То есть, наверное, когда-то она была сложная, но просто это было все так давно, что... Ну, у нас вот отдельно человек бегает и разбивает эти яйца. Я так понимаю, что, наверное... А, ну да, яйца начинают светиться, когда из них начинают вылупляться птенцы. Вот, ну все понятно, довольно просто. Ой. Чё-то их много. Господа, как вы эту птицефабрику допустили? Господа, нас бьют больше, чем нас должны бить. А, ну, впрочем, босса уже почти не осталось. Ну и нормально. А, Limit Break, ну да. Всегда, когда есть партия, во время боя заполняется шкала лимита. Ее может использовать любой, но он будет ее использовать, ну, за счет всей партии. У танков лимит это защита, он защитный, то есть, в принципе, если бы во время боссов, я так понимаю, у нас шкала лимита, в принципе, больше бы растает. Вот, если партия была бы из 8 человек, у нас мог бы быть лимит брейк не первого левела, а там третьего. Во время боссов у нас сейчас, я понимаю, только второй максимальный. Ну да, то есть, например, лимит брейк танка третьего уровня, он дает, ну, не неуязвимость всем, по-моему, все-таки. Или даже неуязвимость. В общем, очень круто защищает, может спасти партию практически от вайпа. А у хилеров лечащий, и у лучников бардов тоже лечащий, что забавно. Так, опять меня валят. Прекратите это, пожалуйста. Жить хочу. Соответственно, третий уровень лимит-брейка хилеров, он полностью воскрешает, восстанавливает ХП, МП всей партии вообще. Тоже очень милая штука. Но, блин, как же нас бьют, за что? Лимит-брейк у рейнджовых ДПСов, типа магов, он... ну, там, что-то типа... Комета, метеор, вот это вот, вот такие вот штуки. Он на ОЕ действует. И лимит у милишных ДПСов, которые бьют вручную, ну, собственно, это очень сильная точечная атака по одному врагу. Поэтому обычно все, ну, копят лимит на боссов, и просто какой-нибудь милишник его использует. Вот, например, у нас есть вот этот вот... это у нас Лансер. Так, что там? Тарам-там-там-там-там. Лимит брейк, это мистер 4,5. А, ну да. Ну да, есть такое. На сервере Саргатанас, это американский сервер, то есть жуткая, конечно, проблема с пингами. Я думаю, сегодня так или иначе вы это увидите. Что я выбегу из какого-нибудь АОЕ, и оно по мне стукнет. Но не страшно. В принципе, ну, то есть страшно, конечно. То есть, худшая проблема вообще всей игры, но можно привыкнуть. Просто вся русская диаспора играет на сервере Саргатанас, поэтому имеет смысл и мне туда же. Так, ну это босс Сирена. Как можно видеть. Так, кто-то может взять и просрать лимит за всех. Да, кто-то может взять и просрать лимит за всех. Но как бы в целом не то, чтобы лимит был особенно как-то нужен, полезен. Всегда все можно сделать без него, но если только ты не идешь на какой-то супер крутой контент, а если ты идешь на какой-то супер сложного босса, и у тебя в партии есть человек, который просирает лимит за всех, ну, скорее всего, его попросят с вещами на выход очень быстро.
Сирена, на самом деле, мне чем-то напоминает сирену из восьмерки. По-моему, палитра примерно та же, вот такая вот золотистая у нее была, зеленоватая немного. На цену, на самом деле, если... Блять, что... Так, ладно, да, мне... А, вот, всего лишь надо было себя вылечить, ладно. Я уже начал паниковать, извините. А, цена не такая большая, если брать на Стиме, и если, я так понимаю, на Стиме же как бы вы ее возьмете, и у вас будет стимовская версия, то вы можете на Стиме платить и за... как это называется-то, господи? Абонентка, вот. Потому что на Steam абонентка совсем дешевая и все очень доступно. Я не знаю, может быть, они поднимут еще цену, да, но они ее не поднимали с тех пор, как рубль был рублем. Можно ко мне присоединиться? Можно ко мне присоединиться? Не вопрос. Так, а что? Нас бьют? А, вот кто-то, ну вот, собственно, сделал лимит, человек только что, он, ну так, не очень хоро, не очень выглядел, лимит первого уровня у милишных ДПСов называется Braver, как у, как, собственно, у Клауда в FF7. Вот. Ну и, да, и выглядит примерно так же, то есть, ничего, так, сейчас она будет чажу через всю комнату, не надо там стоять, ну, они там встали, конечно же. Ладно, не страшно. Я тоже босса побью, потому что все у нас живые. Хороший хиллер участвует в нанесении дамага тоже, потому что зачем простаивать, ничего не делать. Ну вот и все. О господи, у нее прическа Lightning. Уходи, уходи. Как тебя зовут? Я тебя не похвалю. Я никого не похвалю. Вы недостойны. Blessed Govn. Забирайте. Мне не нужен лут. Я щедрый. Ну, собственно, вот такой данжен, мне кажется, да, пробежали за полчасика или быстрее. Сейчас будет, возможно, что-нибудь более интересное. Раз я вижу, люди собрались. Пам-пам-пам-парам. Так. Куда бы сходить? Куда бы сходить? Ну... Давайте я, например, покажу черного мага. Достаточно интересная профессия, моя основная профессия. И попробую на этот раз встать в кристальную башню из FF3. Ну и на каких-нибудь боссов, например. Ифрит, Гаруда, Титан. Давайте Титан. Муглы. Все любят муглов. Левиафан. Может быть, Шива. Скорее всего, на боссов меня кинет. Но... Вдруг да и в башенку. О! Господи, в башню. Ну ладно. Здесь из пыщ. Ну вот я извиняюсь, я в башню уже ломлюсь. Вот после башни я обязательно, точнее, вот Send Friend Request, я не знаю, пыщ. Давайте пофрендимся, но просто вот меня неожиданно уже кинуло в башню, я хочу показать людям башню, потому что за ДПС я обычно сюда стою очень-очень долго в очереди, а сейчас прям сразу получилось. Шиву, да, покажу Шиву, но как вот, как пройду башню. Собственно... Здесь есть три рейда на 24 человека, на три партии по 8. Все три эти рейда, они объединены в одну сюжетную линию, которая, так сказать, ремейк сюжета Final Fantasy 3. И, собственно, эти три данжена, это три финальных данжена из FF3. Ну, вот это, например, Кристальная башня, которую... Все знают, возможно, могут знать там и по Диссиди, и где она только не была. Собственно, можно сказать, главное, так сказать, лицо FF3. Вот.
Ну, этому данжен тоже достаточно давно был добавлен, поэтому все его пробегают тоже буквально за полчаса, хотя он должен быть долгий и сложный, но все знают, что они делают. Господи, как можно не понять, на каком языке я говорю? Я говорю про то, что это данжен из Final Fantasy 3. Неужели это так странно и непонятно? Так, ну, что за игра? Что за игра? Кооперативная игра, где ходят толпы людей и валят толпы врагов. Вот, например, такая игра. Монстры здесь тоже все взяты из FF3, вплоть до их дизайнов. Ну, я не знаю, как много людей, смотрящих стрим в этот, и проходили третью часть финалки. Да, 290 рублей, это смешно. Я не знаю, как сказать, как выразить словами, насколько смешная цена 290 рублей. У меня проблема в том, что у меня не Steam версия, а если не Steam версия, то я не могу платить через Steam. То есть для меня это такая небольшая трагедия. Подземелье из игры Последняя Фантазия 3. Да, все так. Но иногда лучше, чем нормально, господи, Виталий Кличко у нас в чате. Окей. Хорошо. Так, 1 месяц все. Ну, идея в том, что 290 рублей это, собственно, да, за месяц. Это не так много, мне кажется, где бы вы ни были, даже если вы реалаф. И сама игра, по-моему, на Стиме стоит, ну, я не знаю, там 500-700 рублей. Ну, то есть тоже немного, и на нее иногда скидки бывают. Так что, по-моему, вот если брать на Стиме, она, как там любят говорить другие известные люди, там отбивается там по почкам 10 раз, вот что-то в этом роде. Так. Собственно, могу рассказать заодно, как работает черный маг, в чем его особенность. Так вот. Ну, у белого мага все более-менее было понятно, просто кастуем лечащие заклинания, и есть одна абилка, которая восстанавливает МП, но в целом надо МП беречь, потому что они конечные. И если они кончатся, то с хилами будут проблемы. И, то есть, возможно, там за хилера не стоит использовать самые крутые хилерские заклинания, слишком часто, потому что они много жрут. А весь черный маг, он построен на том, что есть лед, который дает ледяной баф, во время которого МП восстанавливаются очень быстро. И есть огонь, который дает огненный баф, который увеличивает дамаг огнем заметно, но при этом МП не восстанавливаются вообще и сжираются моментально. И, соответственно, игра за черного мага, она в основном построена на том, что ты постоянно менеджишь свои МП, чередуя огненные и ледяные заклинания в зависимости от ситуации. Ну, плюс еще есть, допустим, вот молния, которая наносит дамаг overtime. То есть, ну, я сейчас примерно покажу свою ротацию, как это работает. Вот. Фишка в том, что в этой игре как бы все касты, они достаточно длинные. То есть, ну вот, например, мой Thunder 3, сейчас он кастуется 2,5 секунды. Ну, много. Fire 3 тоже. Вот. Поэтому я не могу во время кастов особенно никуда бегать. И в этом основная проблема игры за черного мага, то что даже не то, что МП кончаются, но ты с этим что-то можешь поделать. А то, что у тебя постоянно нет возможности на ходу что-то делать. Вот сейчас, значит, между льдом и огнем я кастую молнию, чтобы был damage overtime, перехожу с Fire 3 на максимальный баф огнем, и после этого фигачу простыми дешевыми спеллами Fire, потому что они максимально усилены. И плюс они могут мне еще дать возможность кастовать за бесплатно Fire 3 далее. Ну, так как бы звучит, возможно, достаточно запутанно, но в целом это довольно просто. То есть фигачить огнем, пока не кончится МП,
потом перейти сразу же на лед, пока МП восстанавливается, скастовать молнию и назад на огонь. Вот, в принципе, и вся премудрость. ММО действительно сейчас идут к тому, чтобы уйти от абоненток, и FF14, это самое смешное, даже... Опа-папа, я сейчас замерзну, извините, не смотрю ничего. Даже WoW сейчас позволяет теперь людям покупать за внутриигровую валюту. Он меня разморозит фаербольчиком, спасибо. Теперь надо стоять в этой луже, и флэр, который кастует босс, по мне будет бить гораздо меньше. Вот. Ну да, FF14 остается с абоненткой, ну, блин. Я так понимаю, что она бы, возможно, не оставалась бы с абоненткой, если бы люди не платили, если бы люди не играли. Судя по тому, сколько людей играют и платят, ну, значит, она доставляет, значит, все работает. Вот, просто я не знаю, я не играю в другие ММО. Я, ну, то есть с Вовом-то все понятно, потому что там все равно за внутриигровую валюту тоже абонентку все равно по-хорошему покупаешь, которую просто, за которую реальные деньги заплатил кто-то еще, да. Но в тех играх, которые переходят на фри-ту-плей, ну, я боюсь просто, что люди могут, ну, то есть не люди, а разработчики могут слишком увлечься тем, чтобы не знаю, выжимать бабло из людей. Здесь, по крайней мере, таких каких-то вот именно платных вещей совсем мало. Ну, на самом деле, ну, блин, FF14, она очень в духе Вова сделана. В ней очень много похожих вещей и, собственно, все удобные штуки там. Так, ой, надо кого-то разморозить этим фаерболом. Есть кто? Есть кто замороженный? А, все люди бегают с фаерболами и не могут найти кого разморозить. Так, этот уже, а вот... Ну, ё-моё. Ну, ладно. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, она кастует... Окаменение на всех, надо спасаться срочно. Ну, нет. Окаменила она только саму себя. Сцилла чертова. Так. Сейчас разобьем адов и добьем босса. Без проблем. Ну, как сказать, в FF14 тебе задрачиваться толком не нужно. То есть, ну, я, например, мне всегда интересно все оптимизировать. У меня вот прям какой-то небольшой фетиш на это есть, поэтому я люблю всякие стратегии по строительству городов и так далее. Потому что, ну, вот. Как можно сделать все лучше, сделать все круче? Я поэтому, когда играл в FF14, да, естественно, для меня интересно, как я могу оптимизировать свой DPS, чтобы он был максимальным. То есть, ну вот, я примерно вот такую ротацию для себя установил. Вот. Можно, всегда можно быть не идеальным. Или всегда можно пойти в интернет и посмотреть, как делать лучше. Потому что есть люди, которые за вас разберутся, как делать лучше. То есть совершенно не обязательно все это там открывать для себя и сильно задрачиваться, сильно заморачиваться. Вот, то есть здесь можно вообще не задрачиваться, по большей части. Почему Elder Scrolls не удалось, я не знаю. Я вот не спец. Ну, у нее, кстати, обзоры вроде были похуже, чем у финалки, но, ну вот, не знаю. Что-то пошло не так, а у финалки пока что все идет так. Так, что у вас тут еще? Блин, опять тихо стало, ну ё-моё. В F14 за год много контента вышло. Да, серьезно? Вау, то есть она обогнала... Ну, блин, хорошо, если она обгоняет WoW по количеству контента. За полтора года вышло 5 больших контент-патчей, каждый из которых добавлял по 3 данжена, по одному вот такому вот большому рейду, по, ну и еще там по боссу, а то и двум, и еще несколько, еще пачки сюжетных квестов. То есть, ну, в принципе, да, то есть можно по-хорошему вообще в нее, можно в ней не обязательно прям вот так вот жить. Можно раз в 3 месяца заходить на месяц, и это будет интересно. И она не успеет надоесть просто за это время. Потом опять откладывать и со следующим патчем играть опять. По-моему, это вот, ну, достаточно
оптимальный вариант. Потому что не обязательно, здесь не обязательно задрачивать шмотку. То есть каждый раз выходит новый контент-патч, и становится очень легко получить шмот более высокого уровня. То есть, например, в этой башне просто свободно дропается шмот, ну там, сотого левела. Который для... Ну, во время выхода игры был шмот 50-70 очень крутым. Здесь шмот сотого раздается за бесплатно, фактически. То есть человек-новичок, он может просто очень быстро и гладко себе набрать экипировки, которая позволит ему, ну, конечно, быть не на одном уровне с совсем топовыми игроками, но пройти абсолютно большую часть контента. Собственно, что делаю я? Я не особенно люблю задрачиваться. Единственное, что я серьезно задрачиваю, это прокачку оружия своего. Зато как оно горит. Посмотрите, какой у меня посох красивый. Ну, пофиг там, пускай они дерутся за одним планом. Смотрите, какой посох красивый. Как он... А, ладно. Так, ну, хорошо, что, да, кому-то было интересно побольше. Ну, вот я не знаю, наверное, пускай в чате скажут люди, которые играют в WoW, насколько там по размеру патчи большие. Этого я не могу знать. Вот. Но я в целом доволен, потому что на запуске эндгейм-контента практически не было. То есть я так понимаю, что на запуске они сконцентрировались на том, чтобы сделать сюжетку просто, и чтобы все системы работали, и чтобы все люди были довольны. И после этого они просто сосредоточились на том, чтобы все делать лучше, все делать интереснее, и чтобы была куча контента, которую люди могли проходить. Меня безумно смешит имя этого босса, я не могу просто. Глася Лаболас. Википедия говорит, что это какой-то пес, но этот Глася не очень похож на какого-то пса. Вот. Ну, наверное, опять же, он был в FF3. Я, честно, не помню никакого Гласи Лаболаса в FF3. Но раз он здесь есть, значит, он там был. Да, здесь рейды не длинные, и они... не такие, я так понимаю, сложные. То есть здесь вот эти рейды на 24 человека, они, ну, честно говоря, простые. Я, ну, в последнем патче был добавлен, собственно, последняя часть этого рейда, это Мир Тьмы из FF3. Я его прошел в день запуска без проблем вообще, ну, не с первой попытки, но, то есть, не особенно страдая. При том, что люди тупили. При том, что, в принципе, любая другая партия может, естественно, все запороть. То есть, ну... игра относительно легкая. То есть самые большие сложности здесь в лабиринте Бахамута сконцентрированы. Вот там действительно ад. И это единственное, собственно, что я не прошел до конца. Я думаю, я покажу один из последних этажей, которые я прошел. Я не могу гарантировать только, что мы его пройдем, потому что все упирается в рандомов. Если, конечно, ко мне сейчас добавятся там крутые люди, которые умеют его проходить, то, значит, пройдем. Так. Вот. Насчет данжи маленькие, вот я не знаю, то есть как бы этот данжен, он рассчитан на то, что здесь 2 часа люди будут ходить и страдать. Так. Вот. Ну, как видно на практике... Как видно на практике, как-то люди это не особо делают. Регулировка сложности. Вот это, конечно, интересно. Да, здесь нет регулировки сложности. Здесь, когда ты идешь в данжены более низких левелов, тебя просто как бы... Ну, или фейты низких левелов. Тебя синхронизируют по левелу с этими данженами и фейтами. То есть, ну, чтобы баланс, соответственно, был. То есть, чтобы все были примерно равны. То есть, даже если ты супер крутой в конце игры, то ты приходишь в данжен из начала игры, у тебя нет обилок, у тебя... тоже там мало хп, и ты наравне со всеми, то есть баланс выдержан. О, может быть, мы его успеем убить до того, как он начнет всех вайпать?
Или уже дома кто-нибудь не проходит. Или проходит. Да нет, вроде бы все нормально. Вот. Ну, при этом данжи из конца игры, ну да, в них можно прийти с очень крутым шмотом и до свидания. Так. У него 3% хп. Он собирается сейчас заряжать вайп-атаку, которую, от которой нам придется убегать на другие платформы. Успеем ли мы его убить? Вот, кстати, лимит есть. Кто-нибудь? А, у нас нет милиции ДПСов? А, ладно. Ну, кто-то уронил на него пометку. Ой. Ой! Ну, не успели. Ну, что такое? Обидно. Придется убегать. 1%. Вот. Так. В костле был гласил, а Болос выглядел как... Значит, в костле выглядел как надо. В отличие от этого. Самое смешное, на самом деле, fun fact, в Final Fantasy VIII вот этот вот Doom Train, он в японке назывался гласил а Болос. Это дикость какая-то, потому что он действительно чертов поезд, и он не похож на пса. Но... Но... У японцев оно как-то вот... Как-то так. Так, сейчас мы сможем сойти с этой платформы, если другая команда добьет своих хардов. Ну, собственно, все. 2%, его сейчас можно чихом снести. Ту Джапано? Ну, да, она довольно Джапано. Так, чё, лут? Так, что здесь? Местность поярче. Ну, в мире, в принципе, тут довольно много довольно ярких локаций. По-моему, там все хорошо. Ладно, сейчас, вот, я не знаю, наверное, они тоже были в FF3 как монстр, но я не могу спокойно смотреть, потому что, блин, их зовут Азеры. Окей. Так, ну чё, все готовы? А, кто-то бежит, опоздавший. Да, он и есть. Классен. Так. Ладно, неполиткорректные шуточки опустим. Ну вот да, вот черные маги, например, они хороши тем, что у них очень-очень такой знатный АОЕ есть. Поэтому, если есть возможность, танки всегда собирают врагов вместе, чтобы черные маги их лупили фаером АОЕшным. И вот есть флэр, который долго, конечно, кастуется, жрет вообще всю оставшуюся МП, но бьет по рейнджу и бьет очень так больно. Приземляйся, дракон. На кого-то. Так. Стоит ли четвертую финалку покупать, если не фанат корейской моркови? Это гриндана, что ли? Не, я четвертую вообще не рекомендую, не знаю. Так, я... Почти что переагрил кого-то на себя. Не надо так делать. Вот, от лучника я... Тут также еще работают кросс-класс скиллы некоторые. То есть, прокачав лучника, например, я получил себе скилл, который, ну, просто бафает мой дамаг на 20%, и скилл, который понижает зарабатывание агро. Ну, что полезно, потому что я больно бью монстров, и если танк не очень хорошо их держит, то... Мне надо или меньше их бить, или использовать эту обилку.
Ну а как же меньше бить-то? Нельзя такого, что меньше бить. Надо валить всяких сволочей. Вот. Есть еще куча других всяких вот тут обилок у меня, но я, честно говоря, вот какими-то из них не особо пользуюсь. Потому что, ну, не знаю, возможно, какие-то из них для PvP больше подходят. Я в PvP здесь не могу сказать, что что-то понимаю. Оно очень мутное и какое-то не очень понятное. Вот, например, восхитительная обилка, которая позволяет мне подтянуться к кому-то из своих. Я не знаю, я за всю игру могу придумать ровно одно место, где это будет полезно. Это когда Левиафан тебя скидывает нахрен с палубы корабля в море, ты тонешь и умираешь. Если ты уже сваливаешься с палубы, ты такой подтаскиваешься к своему товарищу этой штукой и выживаешь. Ну, зачем это в обычной игре? Ну, не знаю. Бегать как-то проще. Вот, собственно, ОМОН... Он... сделан на манер Хайна из, опять же, первого главного босса, так сказать, первой половины FF3. У него скатерть какая-то вместо плаща. И очень-очень-очень глупая шляпа. Да, я не знаю, что можно быть с Твичом. Я и так понизил разрешение стрима достаточно сильно. Я не знаю, я боюсь, что даже букв никаких толком не видно. Сейчас. Что все может быть размыто как-то. Ну, вот. Да, вот с Твичом у меня, честно, я сам не очень люблю смотреть Твич, потому что он какой-то такой мутненький. Ладно, что этот босс делает? Он призывает аддов, которые идут к нему, потом взрываются на всех. Ну, это фигня. Сейчас он призвал медведей, которых зовут Кум-Кумы. Боже, Кум-Кумы. И после этого призывает такие шары, которые уменьшают людей. Поэтому люди этими шарами валят Кум-Кумов и превращают их в тедиберов. Ну, вот он умер мелким. Вот, еще он превращает людей в льдышки и в лягушек. Такой вот эпатажный босс. Да, вот Гильгамеша, я думаю попробовать, да, вот из интересного, что после этого сходить на Гильгамеша, сходить на Ультраса. Ультрас здесь как босс есть, Ультрас с Чапаном. Очень классно вообще. Какие финалки стоят в десятке? Ну, вот 10, 12 и 7 это на самом деле лучшие. Ну, еще тактикс можно. Вот, то есть это просто... Это вот самое крутое, что финалкам есть предложить это. Ну, так, я... О, окей, я играю роль льдышки. Можно руки отдохнуть. Сейчас, да, я играю роль дышки, потому что скоро он начнет кастовать атаку под названием Curtain Call, прям как недавняя часть Теотритма. И, ну и да, она просто убьет всех, всех на арене. И кто не спрятался за льдышкой, то есть за мной. Вот такой я спасатель. А, золотое блюдце, да, обязательно. Ну, если будет долгое ожидание, то есть во время ожидания очереди в инстанс, я обязательно зайду туда. Чудо-Юда Горыныч, да, есть... Причем, честно говоря, мне вот это вот еще очень забавляет, то что Чудо-Юда Горыныч, они в данжене, который Stone Vigil, который с этими драконами, которым, я так понимаю, будет полностью посвящено следующее большое дополнение, которое Heaven's World, которое выходит этой весной. То есть, возможно, в Final Fantasy там, 14 версии 3.0 мы увидим еще больше Кощеев и прочих Чудо-Юда. Потому что, ну, в конце концов, если так зовутся драконы, и мы будем воевать с драконами гарантированно уже точно, ясно. Ну, наверное, встретим таких товарищей.
Разрешение, вот да, разрешение не очень, блин, потому что люди жалуются, что у них все тормозит. Я просто, я серьезно, я угробил разрешение, потому что... Потому что, ну, блин, я хочу, чтобы люди могли смотреть. Вот, в принципе, да, мои рекомендации по финалкам, это там 12, 10, 7, Tactics, ну и, наверное, вот 14, в принципе, теперь уже, когда в ней столько контента, и все настолько хорошо работает. Ну, опять же, кто FF3 знает, Занде был главным, ну, практически, можно сказать, главным злодеем в FF3, да. Здесь его сделали императором Древней Империи, который, ну, собственно, который... которая натворила все, и Бахамута заковала в луну, запустила в небо, там натворили вообще кучу всего. То есть практически огромная куча здешней истории, она построена на том, что вот в империи этого Занда творилось. Но довольно неплохо, то есть его вписали в местный канон. Спасибо, ребят, что дождались. Тарам-там-там. Так. А, Crystal Bearers. Да, да, я действительно забыл про Crystal Bearers. Каюсь. Каюсь, баллад. Да, Crystal Bearers очень крутая, но ее как раз стоит играть, когда ты уже хорошо знаешь финалки, потому что в ней много фан-сервиса, и она просто очень сильно от них отличается. То есть... Не стоит играть в Crystal Bearers, думая, что она репрезентативна вообще для финалов. Ну, собственно, как и в FF14, потому что главное, что меня корежило вообще, когда я читал про FF11, например, это то, что люди говорили, что вот, мол, теперь это как JRPG, скрещенное с ММО, это настоящая финалка, и все. Ни хрена. Даже FF14 со всеми ее удобством, со всей этой казуальностью и, так сказать, и так далее, она все равно, ну, совершенно не как JRPG, хотя бы потому, что ты здесь всегда отыгрываешь ровно одну роль, и, ну, блин, ну, нет партии, не знаю, ты отыгрываешь одну роль, тут все зависит от каких-то других чуваков, возможно, конечно, твоих братюнь, но, возможно, и нет. Так что я бы сказал, что 14-я действительно заметно от финалок отличается. В ней есть ряд плюсов, которые просто, ну, не то, что к финалкам обычно относятся. Ну вот, я зачем-то себя бафнул, а он телепортировался, сволочь. Вот, он теперь в традициях Императора из FF2 кастует Starfall. Впрочем, да, с другой стороны, он есть, ну, здешний Император, если уж на то пошло. Надо раздолбать вот эту вот штучку, иначе на нас упадет вот эта вот штука. Ну и, скорее всего, это будет файл. При мне просто, правда, никогда люди не обламывались с разбиванием этой штуки, поэтому мне даже не знаю, как это будет. Так, сейчас он возвращается, кастует... Ой, кажется, у меня... Такой лаг, что я боялся, что меня дисконнектит. Кастует на людей вот эту штуку, которая дает им флоут. Оп. Ой, я, пожалуй, тоже, пожалуйста. И после этого кастует Ancient Quagga, адский дамаг на всю арену. Но поскольку это земляное заклинание, как Quake, как всегда в финалках, от всяких Quake'ов можно легко увернуться, скастовав на себя флоут. То есть вот тут тоже эта механика работает. В FF3, к слову, еще это самое, из таких механик работала мини, там, где нужно было превратиться, то есть уменьшить себя и там вообще слазить в крысиную нору. А, в принципе, здесь это тоже есть, это вернули в финальной части этой линейки из FF3. А, в World of Darkness есть босс Цербер, и там нужно уменьшиться, чтобы он вас сожрал, чтобы вы попали к нему в желудок там и покорежили его изнутри. Вот такая вот история. Озвучка есть, но она невообразимо хреновая вообще. То есть я был в шоке насчет того, насколько она звучит
не знаю, как будто какие-то казуалы, любители, не знаю, озвучивают. Ну и она только в важных сюжетных сценках. Здесь почему-то решили это не делать. Но это, в принципе, как сайд-квест вообще работает. С другой стороны. Ну ладно. То есть с озвучкой здесь все грустно. Я был очень удивлен, потому что в игре как бы все сделано на таком достойном уровне. А, и при этом озвучка совершенно копеечная. Летом выходят. Вроде бы говорили про то, что весной, но... Ну, не знаю. Так. Персонажи в бою не говорят, как кастуют, а в других... А, ну, наверное, в других ММО они постоянно орут то, что они делают, да? Я просто буквально вот до начала стрима я играл в Xenoblade, там, блин, да они же там орут просто не прекращая. Мне кажется, лучше, когда все молчат. Особенно, когда у тебя такой рейд на 24 человека, если бы все тут орали, я бы... А, 23 июня. Ну, спасибо, окей, буду знать, когда вернусь в эту игру. Потому что завтра последний день бесплатного этого самого... Бесплатных дней. Собственно, сейчас я даже не прооплачивал подписку, я просто эту неделю играл, потому что они так отмечают свои 4 миллиона подписчиков. Так, надо забрать лут. Sands of Time. О, кажется, я утащил Sands of Time у человека, который очень просил их получить. Ну ничего, мне он тоже нужен, мне для танка пригодится. Вот, так. Тут, ну, в принципе, все. Можно кого-то похвалить. Так, ну что, сейчас я думаю, да, попробую, возможно, показать каких-нибудь боссов вроде Гильгамеша или Ультраса, как получится. Так, кто-то ко мне хотел вроде джойниться. Так, кто-то ко мне добавился во френд-лист перед тем, как я зашел. Вот этот человек. Ну, давайте, если вы хотите, давайте пойдем вместе. Так, а какая у нас пати-то? Ты кто, добрый человек? Лансер. Ладно, тогда я лучше за белого мага пойду, потому что если мы будем за двух ДПСов стоять в очереди, мы никогда никуда не попадем. Так, давайте отключим башню и... И поставим... Battle on the Big Bridge. И нет, Один. Давайте не Один, а давайте Ультраса. Ну, мне кажется, скорее всего, мы посмотрим каких-нибудь... does not meet requirements. Добрый человек, ты что-то не прошел, походу. Или у тебя item level недостаточно крутой, или я даже не знаю. А так? Ну, чё-то у нас не получается, добрый человек, с тобой. Я даже не знаю, это же все хардовые. Хардовые боссы не такие сложные. Наверное, ты, не знаю, или по сюжету не дошел до них, или еще чего. Я что-то не могу себе представить. Но если так... Не. Мы не можем встать никуда. Ну, значит, мне придется одному вставать, потому что... Ну, не знаю. Левел 50, лансер. Ну, черт знает. Придется мне выйти из партии и самому, значит. Ну, не выходит. Что поделать. Каких-то требований ты не выполняешь. Так, давайте так. И... Нет. Шиву просили. Давайте Шиву попробуем. Ну, меньше 5 минут ждать. Так. Ладно, в принципе, кобальдовские квесты я могу довыполнить потом. Так, сейчас подумаю, секундочку. Вот,
Так. Ну, давайте действительно, наверное, загляну в золотое блюдце. Его добавили вот буквально в патче, который вышел пару недель назад. Самая новая добавка. То есть здесь какие-то рандомные развлекательные ивенты, не боевые, проходят. Добавили Triple Triad, который все по FF8 знают. И... Ну и всякие еще джекпоты, рулетки. Сейчас еще не воскресенье. В воскресенье должны еженедельные результаты объявить. Так, ну вот здесь давайте поучаствуем в этой лотерее. Здесь идея в том, что я могу одно число, одна, короче, да, один квадратик открыт, я могу открыть еще три, и после этого я выбираю любую из линий, и в зависимости от того, какая будет сумма чисел на этой линии, я получу столько-то очков. Сотню я заплатил за участие. Давайте поглядим по вертикали, например. Фигня какая-то выходит. Ну, например, 13. То есть, если я выберу 13, я на самом деле потеряю очки, мне это не нравится. А если так... Опа! Ну вот если мне повезет, то, допустим, здесь будет 1, 2, 3, и я выиграю 10 тысяч. Кстати, мне такое со второго раза же повезло здесь. Давайте попробуем. И... 360, не так плохо. Так, на Муглов идем. Ну, я надеюсь, если у кого-то отвалилось, то не у всех. Потому что, ну, я ничего не делаю. Да, песня здесь прикольная. Я, может быть, ее сделаю тогда даже погромче и пофиг на меня. Я не знаю, насколько вам ее слышно. В общем, да, сюжет здесь в том, что Муглы призывают своего короля сказочного, который, может быть, существовал, а может быть, нет, но они так сильно в него верят, что они призывают его, ну, собственно, его призывают. Сейчас пока что мы их завалим. У всех боссов здесь есть несколько вариаций. Это просто обычная версия, которая называется Hard. На самом деле, конечно же, она нифига не Hard. Это простая версия. В ней просто муглы появляются вначале порознь, потом они саманят своего этого короля и... Ну, просто еще раз валишь всех муглов, и потом валишь короля. Ничего особо сложного тут нет, практически невозможно проиграть. А вот экстримовая версия, там все интереснее. Там король, например, одновременно всегда со всеми муглами. У каждого, каждый из них делает что-то свое плохое на вас. То есть огромное количество врагов, при этом...
если хотя бы один мугл умирает, то король поглощает здоровье всех остальных. И, соответственно, нужно убивать муглов всех одновременно, чтобы как можно меньше здоровья смог питать король. И, в общем, там можно запороть себе все, если ты просто пару раз убьешь кого-то, когда там муглов в жизни полно. Итак. Мементо Мугл называется его суператака. У меня есть зрители. Кстати, сколько у меня зрителей? Я просто не могу посмотреть, я что-то немного занят. Я бы не против стримить больше, на самом деле, это мой первый раз. Пожалуйста, будь нежным со мной, сэмпай. Но, блин, не знаю, может быть. Я просто не представляю, сколько зрителей могло сюда прийти, учитывая, что я там буквально за полтора часа какое-то уведомление кинул, и 90 шоу. Окей, это больше, чем я думал. Спасибо. Спасибо, что вы все здесь. Так, что со мной делать? Что это за цели такие? А, это меня лучник обследовал. И он даже кого-то убил. Ладно, быстрое воскрешение. Вау! Даже 173 было. Ну, даже неплохо тогда. Так, ну, блин, я не знаю. Я много, как бы, много чего могу стримить, но мало про что. Я могу также глубоко, так сказать, рассказывать подробно. Поэтому, ну, посмотрим, как что. Упокоили этого мугла короля. Собственно, да, я мог бы показать более сложных боссов, но просто я боюсь, что не пройду и просто застряну на них очень надолго, и никто же не хочет, чтобы я рестартил боссов раз за разом и вайпался. Никого уже тут нет. Ну да, хороший поинт. Какие донаты в русскоязычных стримах? Тут, если только какая-то, я не знаю, партнерка, или как это вообще все работает в этом Твиче странно. Ладно, давайте покажем вам тогда другие. Ну, давайте, может быть, без Левиафана. Давайте попробуем Шиву и Гильгамеша с Ультрасом. Скорее всего, выпадет Шива. Так, ладно, значит, в этой штуке я выиграл. Давайте поиграю в карты, например. Тарам-та-там. У него карты лучше моих. У меня вот, я смугл, у меня дропнулась карта хорошая, а у него... Да, у него все лучше. Зато есть правило плюс, и этот аишник, ну, не очень, в общем, он хорошо понимает, что такое правило плюс, и периодически подставляется. Хотя, может быть, он сейчас как-то подлым образом здесь 7-7 слышит. А, ну вот, я так и думал. И по комбо он забирает себе все. Ну, не повезло. Скорее всего, проиграю, потому что я его по плюсу никак не возьму. У меня неправильные для этого карты.
Что я могу сделать? Не, ничего не могу сделать. 6, 1, 5. Fuck me. А не, я могу сделать 5, 5, 6, 6. Если он в центр не положит, то я... Давайте. Опа! Опа! Отлично. Ну, пока жду, можно еще разок сыграть. Бладборн, возможно, возможно. Возможно, даже до того, когда он выйдет, если мне его дадут. Я бы постримил и нинтендовские игры, потому что мне их дали, но до выхода он до 3DS и Mario Party, но она на Wii U, и у меня как-то нет средств, так сказать, к тому, чтобы это стримить. Так, ну и что? И... Ну, блин. Ну ладно. Если он не положит в центр, то... Сволочь. Блин. Вот никак его плюсом теперь не пронять. Я-то надеялся в центр положить свой. Все плохо. Скорее всего, проиграю. Ладно. Ну нет, он подставился, ничья. Мог бы не подставляться. Я его не понимаю. Вот. Ну, кажется, я при этом никаких карт не выиграл и... Да, не выиграл. О, ну смотрите-ка, кто-то просил Шиву, и вот Шива. Ой. Зачем к мистерам перешел? Тайпнули демку FF15. Да, я думаю, это очень хорошие шансы на это. Я надеюсь, что Бука мне предоставит это все. Если еще раньше времени, я буду еще более рад. Так. Ну. Шива. Так, давайте я, наверное, не буду спойлить вам сюжет местный. Хотя не то, чтобы... Не то, чтобы сюжет здесь был какой-то особенный, прямо говоря, интересный. Но, ладно. Шива умрет тоже невероятно быстро, потому что это ее обычная версия сюжетная. Вот. Вот она делает АУЕ на людей. После этого она делает АУЕ на арену. Примерно сейчас. После этого она делает атаку мечом, но ее танк может съесть. В экстрим-версии атаку мечом танк не может съесть, потому что она наносит что-то там больше 10 тысяч дамага с верхней. И нужно, чтобы вся партия съедала это вместе с танком. Более хитро все. Так. Сейчас. Сейчас ничего интересного не будет, а потом она призовет Галена. Ну, собственно. Ее уже быстро запилили, так что она не летит. Собственно, я, наверное, буду бить Галева вместе со всеми, потому что у меня есть поле. Белый маг, на самом деле, довольно неплохо ДПСит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, не умирай. Так, ладно. Я переборщил. Не надо было вставать. Кто-то замочил всех АУЕшками, нехорошо. Так, все, все. Сейчас она сделает свой дайвинг даст. Во время чего я сплю. Выйдет ли FF15 на ПК? Мне кажется, скорее да.
Так, сейчас она покрывает все ауешками. Надо смотреть их порядок, и после этого убегать на место тех, которые уже сработали. Ну, кто-то этого не делает, потому что никто не боится дефолтных версий боссов. Все слишком крутые, и всем все пофиг. Записывать стримы? Ну да, я вроде бы поставил этот на запись. Я, правда, не знаю, я не могу себе представить, а что, кто-то их пересматривает? То есть это людям интересно вообще? То есть я могу понять, что смотреть в прямом эфире, потому что, не знаю, можно комментировать, а смотреть в записи я даже не знаю. Вот такая шила. Да, вот меня тоже эта музыка, она меня несколько как-то покорежила, потому что, не знаю, вот... Ладно бы еще просто рок-н-ролл, но она там же еще и с голосачом каким-то, и я не знаю. Мне не нравится голос этот в этой песне с Шивовским. Опа! Ну хорошо, хотя бы не во время инстанса. Ладно, сейчас перезайду. 10 на ПК ремастерд? Ну, не знаю, Шиперов. Ну, не знаю. Ну, 13 вот выпустили, мне кажется, и про 15 они прямо говорили, что у них все делается там на пикашечке, на DirectX-ике. Ох ты, motherfucker. Ну, ладно. Я надеюсь, это будет недолго. Второй раз, кстати, со мной такое вообще происходит. Ну, в принципе, сейчас понятно, бесплатные уикенды. Да и к тому же бесплатные недели, но сейчас к тому же вечер субботы, да, все играют, наверное. Ладно, подожду. Потому что, ну что ж, Гильгамеш это с Ультрасом же надо показать. Да, в FF10 была крутая шива. Здесь неплохая, но как-то вот музыка, она несколько, наверное, отвлекает. Вот, музыка здесь мне очень нравится на Гаруде и на Ультиме. Но, наверное, я их не буду показывать, потому что куда интереснее... Ладно, Гильгамеш, может быть, я даже второго Гильгамеша тоже попробую. Не знаю, Одина стоит, не стоит. Ладно, давайте попробуем так. И, может быть, я еще после этого попробую показать... Вообще, да, пишите, что вам еще интересно посмотреть. Потому что, я думаю, последним я мог бы попробовать показать... один из более сложных инстансов, который я с рандомами, ну, практически гарантированно не пройду. Но... Хуже. Вот, здесь в Золотом Блюдце еще происходят всякие такие штуки, типа того, что было, собственно, в FF7. Типа вот эти дурацкие мини-игры, типа нажми вовремя. Ой, я отмутузил Гильгамеша и бой с Гильгамешем. Ну хорошо. Жалко не первый. Первый гораздо веселее, но ладно, здесь, по крайней мере, Гильгамеш и Энкиду. Тоже неплохо. Гонки на Чокобо? Я не знаю, я не развожу Чокобо и... Мне кажется, что... Скорее всего же, здесь тебе нужно разводить своего чокоба, а это какой-то особый уровень задротства. Ну, музыка, конечно, Гильгамеша, да. Ну, я сам их не видел, да, вот я не знаю, что сказать, кроме того, что, блин,
Скорее всего, нужно разводить своего чокоба. Я этим не буду заниматься, потому что мне как-то валить боссов интересно. Проблема в том, что я не помню этого боя вообще. Я не знаю, что тут делать. Ну ладно, побью немного Энкиду. Так, кто-то его перетянул на себя. Танк не держит агро. Себя, как правило, во всем виноваты или танки, или лучники. Лучников у нас нет, значит, в этот раз будут виноваты танки. А, забрасывание меча в кольцо? Ну, не, нет, здесь именно его нету, но, говорю, мини-игры в целом, они... Опаньки, а чё я мелкий такой? Спасите, я мелкий! Так, наверное, нужно какой-то вихрь попасть, или что-то в этом роде, а вихрей нет. Я мелкий! А, блин, или наоборот, надо подбежать к нему. Да, надо подбежать к своей паре. Вот он еще. Ладно, никого не убили. Бой несложный. Разводить чокобу как его? Я не знаю, как именно разводить чокобу, честно говоря. Потому что я это не делал. Но, судя по тому, что я читал в интернетах, это что-то действительно очень задротское. И, ну, блин, во всем это тоже было, на самом деле, более задротское, чем хотелось бы. И... А уж в ММО-то я боюсь себе представить даже. Господи, я стал твиттерским. Спасите меня. Кудах-так-так. Так, может эта штука меня спасет? Нет, меня ничего не спасет. Ладно, 5 секунд осталось. Так, сейчас они добьют Энкиду и пойдет вторая часть боя. Референсит Фарис, кстати, вот прям. Ну, то есть понятно же, что в FF5 это было уместно, но здесь странно. Ладно. Сейчас настоящий Геругамеш будет. Никто не срал тут лепестками, как Лайтнинг и ее конь. И вот, объявился, понимаешь. Так, давайте на все. Что я хиллера хочу убивать все. Но не надо забывать. Мне так нравятся эти макросы людей, которые на проволоке вот это самое используют. Гильгамеш сэмпай, заметь меня. Проволок работает, кстати, просто. Он гарантированно перетягивает агро, давая больше очков агро, чем у самого топового человека в списке агро. То есть, в любом случае, вы получаете максимальный агро плюс один.
сэмпай вас замечает. Ну и да, здесь тоже музыка приятная. Что они здесь еще хорошо сделали? Гильгамеш, Ультрас, ну вот второй Гильгамеш, это все боссы в опциональной, так сказать, линии сайд-квестов, которая очень геморная, очень прикольная, очень смешная. То есть весь сюжет серьезный, прям очень серьезный чат, но при этом они сделали отдельную сюжетную линию побочную, которая прям очень веселая, и боссы вот такие прикольные. И прям, ну, в общем, все сделали правильно, потому что обычно делаешь что-то юморное, а оно все скатывается в серьезное, потому что, конечно, как же финальный босс, ты не серьезный. О, Господи, меня заковали в цепь, я страдаю. Конечно, такие особо интересные. Своему БДСМ заниматься с несчастными киллершами. Трудно ли играть за белого мага? Честно, мне очень легко, и вот прям я понял в FF14, что на самом деле я люблю быть хилером, потому что легко, приятно, прикольно, все очень хорошо. Ну, единственное, конечно, ответственности больше. То есть я за белого мага еще как-то не прошел прям-таки все самые вот эти экстримовые боссов, потому что, ну, я знаю, что я буду делать больше ошибок, чем люди, которые реально там эксперты. И если я буду делать ошибки, то для партии это будет хуже, потому что на мне больше ответственности. Я должен жить, чтобы всех хилять. Если я умираю, хилы падают просто дичайше. Второй хилер, скорее всего, не вытянет всех. Я после воскрешения буду иметь только 1/5 от своих МП. И тоже не смогу восстановить это достаточно быстро и вытянуть всех. То есть играть за хиллера легко, но главное, что это нельзя умирать. Ну и приятно то, что хиллеры востребованы. То есть, естественно, за дамагера играть тоже очень легко, потому что, ну, ты просто ходишь и бьешь всех. Все играют за дамагера. Но опять же, дамагеров из-за этого слишком много всегда. Хиллеры более востребованы, танки еще более востребованы. За танка нереально сложно играть. У меня есть прокачанный танк, и я боюсь просто его
брать в сложные бои, потому что, ну, еще раз, ответственность вся лежит на танках, и практически никакой на кинет. Ну, то есть как? Ну, то есть все должны быть живы. Ну, вот и все. Кроме этого, обычно хилерам ничего не назначается делать. Там-там-там. Ну, все, готов. Лут. Энкиду! 13. Ну, конечно же, мне ничего не достанется. Не везет мне на миньончиков. О, надо показать вам своих миньончиков красивых. Ну и да, Гильгамеш, как всегда, щутник. Все ждут в надежде, что им достанется Энкиду. Ну, раз я рольнул 13, мне он все равно не достанется. Ну, конечно. Жалко. Вот. Ну. А, вот, кстати, 21.46 сейчас по Москве. Каждые 15 минут, кажется, в золотом блюдце что-то происходит. Ао, чапан. То есть я опоздал. Да, походу я опоздал. Обидно. Тут люди как это как называется? Не знаю. Море волнуется раз. Как кажется так эта штука называется. В общем, люди рандомно встают, и чапан рандомно убивает людей. Ну, там кому не повезло, тот вылетает. Вот это нельзя предсказать, где именно он появится и как именно он чихнет, но... Вот это имя, да, вот это я прям... Это мужик? В прошлый раз, когда я встречал человека с таким именем, это была девка. Ну что ж. Не успел я на него. Может быть, минут через 15 успею, но не уверен. Так. Ну, давайте попробуем Ультраса показать. Может быть, я не знаю, что. Ну, давайте попробую сходить в сложный данжен. Или, может быть, попробую встать на сложного Левиафана. Ну, смотрите, если... Ну да, если вы хотите что-то еще конкретное посмотреть, то говорите. Потому что, скорее всего, если я попаду в эти сложные инстансы, то ну, я их просто не пройду, и люди будут долго-долго пытаться и обламываться. То есть я-то знаю, что я делаю. А они, наверное, не очень. Вот, если вам интересно что-то еще, я могу показать что-нибудь еще. А, точно, я хотел показать вам своих миньончиков крутых. Ну да, я думаю, я скоро закруглюсь. В принципе, хорошее время, чтобы заканчивать. Во-первых, у меня есть несколько чокобо-хачлингов в разных шлемах, включая корону. Ну, ладно, это не так прикольно. Бомбочка. Тоже ты
еще интересно. Блин, вот эти вот очень прикольные, по-моему. Я не знаю, раньше в финалках я их, по-моему, не видел. Но, по-моему, они забавные очень. Кролики эти. Паджипик. Кактуар тоже есть. Можно бегать с кактуаром. Самые прикольные. А, блин, у меня уже есть Энкиду. Надо же как. Я и забыл. Ладно, самые прикольные миньон это вот это. Теперь точно. It's like I'm in FF7. Золотое блюдце. И за мной летает курсор. Да, кролики действительно были здесь в одном из первых данжей, но вот я имею в виду в предыдущих финалках, я не помню. Ну ладно. Левиафан Экстрим. Давайте посмотрим. С Левиафаном есть две гигантские проблемы. Одна заключается в том, что он, если ты упадаешь с палубы корабля, на котором ты его бьешь, ты тонешь нахрен и вообще не можешь вернуться в бой. А вторая заключается в том, что офф-танка нельзя лечить напрямую, потому что если ты его лечишь напрямую, на тебе копится какая-то гадость, которая в итоге тебя парализует. И поэтому там только реген и защита. Да, над головой это да. Ну ладно, давайте попробуем. Посмотрим, как у меня получится. Глист ты поганый. Так. И нам не говорят, что кто-то новичок. То есть все люди здесь проходили этого Левиафана уже раньше. Ну блин. Может быть, все не так плохо, если только я сам не утону. Фух. Так, ладно, начало боя фигня. Дальше не фигня. А почему у второго хиллера так мало здоровья? Шмот 80 уровня. Ой, 50 уровня. Что ты тут делаешь? Что ты тут делаешь? Ой. Вот так. А ты второй хиллер. Как? Зачем ты здесь с таким шмотом? Тебя же, не знаю, в море стынет. Ой, как все плохо. Точнее, если меня, свой хиллер уже с таким шмотом ничего не вытянет. Ну ладно, понадеемся на лучшее. Может быть, все остальные очень крутые, очень умелые. Все могут со всем справиться. Замагаю. Если бы тут была такая опция. Так, все, на этого чувака повесили Брайни Миррор, значит нельзя его лечить напрямую. Я надеюсь, что второй хиллер это знает. Так, где встать? Давайте его быстрее уже. Хватит.
не очень много всех. Ну, вроде бы пока что у всех все хорошо. Относительно. Так. Вот сейчас. Вот так. Надо всегда смотреть по сторонам, когда он ныряет. Когда он ныряет, он внезапно выныривает и с неожиданной стороны пролетает через весь корабль. Очень больно бьет. А, ну вот кто-то, блин, получил уже. Ну, сейчас пока у корабля есть перила. Пока есть перила, ну, мы живем. Когда перил не будет, ну, начнем вылетать. Вот я бы от этого уже вылетел. Так, ну, мертвый человек. Сейчас уже вот становится очень так проблематично справляться с вылечиванием всех, потому что Левиафан мочит всех, его хвост мочит всех, Адды мочит всех. Все разбежались по разным краям. Ой, как меня это заделали. Мне приходится сейчас лечить напрямую, потому что... Второй хиллер. Я надеюсь. Вообще второй хиллер, он шкаляр. У него есть пет. То, что делает пет, не считается за то, что не считается за то, что делает второй хиллер. Я так и знал. И еще этот черный маг тоже. Если бы хотя бы все, кроме хиллера, были хорошими, но нет же. Да ёкарь. Пока я занимаюсь тем, что всех лечу, я сам огребаю от... Так, Tidal Wave прошел, снес нам поручни. С какой стороны он? С какой стороны? О, сзади все, нормально. Этот даже не упадет в пропасть. Я не помню, сейчас его скучу. И хиллер улетел. Я так и знал. Я не выхилю всех, это исключено, это не бывает. У меня или МП кончится, или я кончу. Что-то произойдет плохое очень быстро. Так. Плохо слышно, блин. Плохо, что плохо слышно. Не так плохо, как то, что происходит в этом бою сейчас. Но плохо. Так, он опять летит сюда. Так, ладно, кину воскрешалку, если человек умный, он поймет, что надо вставать сейчас, прямо сейчас. Пока не улетел. Он принял воскрешение и воскрес просто в той половине корабля, которая проваливалась в воду и провалился. Что-то все тормозит, и, наверное, не застрянет. Так. Ну, пока я всех каким-то образом держу, я не знаю, как у меня это получается.
Левиафан улетел в зеркало. Где он?